Мало кто знает об этой скрытой, засекреченной функции ушных палочек. В общем, понадобится ушная палочка, желательно новая. Ну, можете бэушную, конечно, но лучше новую. С помощью колюще-режущего предмета разрезаем примерно посередине. Зажимаем отрезок в бурмашину. Желательно, но не обязательно надеть очки. Желательно, но не обязательно надеть перчатки. Вероятнее всего, вы уже догадались, о чем я пытаюсь вам рассказать. Для того, чтобы убрать остатки пасты, можно пройтись еще раз уже чистой ватной палочкой. Результат не хуже, чем в случае использования классического войлочного диска. Полировального круга, точнее говоря. В чем преимущество сего метода? Во-первых, дешевизна, практически халява, можно сказать. Ну и, конечно же, еще одним преимуществом, как по мне самым важным, является возможность проникновения, возможность обработки практически любых труднодоступных мест. Всем секретом поделился со мной мой знакомый ювелир. Не знаю, может быть, идея не нова, но для меня она нова. До новых встреч, жму руку, но пасаран, пока.